получит настоящее удовольствие. Выставка, она дает такой срез, взгляд на историю Арктики, на ее природу, на ее пейзажи, начиная вот с самого начала вообще ее такого культурного факта, да, существования, и заканчивая нашими днями, потому что вы видите, что здесь проведена линия от художников 19 века, конца 19 века до наших современников.